Всем добрый день. Хочу сделать маленький обзор. Вот, допустим, у меня Mercedes A-класс, W169 модель. Хочу снять стерео, да, магнитолу. Я не знаю, вы видите, не видите. Я извиняюсь, что тут немножко покоцано. Я просто пленку только что снял. Она вся взбухла, наверное, от жары. В общем, у меня есть Mercedes Vito W139 модель 2012 года. Я как-то снимал магнитофон, хотел подключить Bluetooth, потому что там есть заводской Bluetooth, но он не работает, чтобы подключить Bluetooth через телефон. То есть надо подключать специальный штекер в телефон, как наушник идет. Папа. Я просто хочу по-другому переделать. Вот сейчас я просто запишу одно видео и потом совмещу видео, то, что я буду делать в микроавтобусе в своем. Я не знаю, вам видно, не видно, просто солнце отражает. Сейчас я попытаюсь снять пластику. Секундочку. Я тут немножко по-зверски делаю, потому что машина у меня все равно как бы пойдет на запчасти чисто для себя. Вот. В общем, магнитофон, у меня все болтики уже сняты. Вот, что у нас тут имеется? Я извиняюсь, тут одной рукой, конечно, записывать не очень-то, но как получается. У нас тут, я извиняюсь, так, у нас тут, вот, это так. Тут два контакта тоже сейчас сниму. Секундочку. Один. Это вроде бы антенна. Вот второй. Магнитофон я снял. Вот он. Сейчас я положу. В общем, ладно, бог с ним. Вот магнитофон. Сейчас пойду примерять на своем другом Мерседесе, Mercedes Vito. Потому что в Mercedes Vito нету этой кнопочки CDC, как можно назвать. Потому что я хочу подключить Bluetooth. Он такой маленький адаптер на 12 пин, то есть как бы распиновка идет на 12 дырок. Вот, сейчас пойду к машине, к другой, к микроавтобусу, и там посмотрю все. Итак, перешел я в свой Mercedes Vito 2012 года. И хочу попробовать вот такой Bluetooth. Это я снял с супругиной машины, бывшей супруги машины, тоже с Mercedes A-класса W169. Просто Bluetooth встроен. Он встроен в Mercedes Vito. Я извиняюсь. В общем, сейчас, секунду, я открою ключом и покажу. Если я ключ достану. Секундочку. Так. Вот о чем я говорю. Что вот такой маленький штекер, то есть надо подключать к телефону.
в наушники, и звучание, конечно, не особо. Так что, что я хочу сделать? Видите, какой в Мерседесе Вита. А это с Мерседеса А-класса. То есть немножко разница есть, конечно. Ну давайте, в общем, попробуем. Попытка не пытка. Терять нам нечего, так что надо всегда что-то пытаться сделать. Мы видим, что музыка работает. Так, сейчас я перенесу на другую руку. Когда я снимал этот магнитофон тут пару дней назад, там были написаны номера А-169. Я вам сейчас их покажу. То есть мы видим, какая разница в магнитофонах. Конечно, большая. Или я выключил? Видимо, я выключил. Давайте я как-нибудь попытаюсь вытащить. Одной рукой, конечно, неудобно. Сейчас я как-нибудь телефон поставлю. Я не знаю, как всегда. Давайте вот так сделаем. Не знаю, видно вам, не видно. Да, вот так видно. Вот так видно. Так, болтики. Открутим быстренько. Сейчас застрял. Ладно. В общем, смотрите, как тут написано модель. Да, это какая, вот, допустим, FM2830. И снизу написано А169 920 2 0. Это у нас два провода, то, что, видимо, на антенну идут или еще куда-то. Мне надо было, конечно, одну фишку надо было с А-класса снять. Ну ладно, давайте не будем заморачиваться с этим. Давайте снимем разъемы все. Правда, одной рукой, как я сказал, неудобно. Так, это снял. Все. Магнитофон я отключил от Так, что тут у нас? Две фишки осталось. Так. Не знаю, тут надо усилия поднажать. Так, сделаем сейчас. Извиняюсь, что, может, картинка пропадет, но у меня всего лишь две руки. Так, это есть.
это есть. В общем, отключил я оригинальный магнитофон. Вот он. Лежит. Так, теперь давайте. Где вот эта фишка у меня? Давайте попробуем подключить. Сейчас. Я извиняюсь. Что, телефон упал у меня? В общем, смотрите, я извиняюсь, что я не смог сделать полностью видео, так, кусочками буду делать, но я подключил, это у меня отвалилась штука, я ее просто разбирал, знаете, китайские блютуфы, в общем, я нажимаю на эту кнопку CDC, и все. Музыка с YouTube. И я могу громко. То есть он на колонках работает, вы слышите. Давайте посмотрим, если радио работает. Потому что там два провода. В общем, мне придется тогда пойти взять другую фишку с Mercedes A-класса. Вот, радио просто не находит. Вот видите, оно пытается искать. Диск. Давайте диск проверим. Извиняюсь за диск. Меня лесоповал тут. Ну, это я просто сниму. Все, видите, просто пленка была для протекции. То есть, чтобы экран не царапать. А машина просто, как вы видели, у меня на солнце стояла. И, в общем, пленка кусками облезла. То есть, она стояла просто. Я ее оторвал. Но это уже я могу почистить. Так, что у нас тут происходит? CD-диски он не хочет читать. Странно как-то. Наверное, обычные диски просто читает. MP3 не будет читать. А обычных дисков у меня нету с собой. Ну, вот. Нажимаете еще раз. Что я сейчас делаю? Я сейчас все подключу, всю проводку, так что этот магнитофон спокойно влазит. Вот посмотрите, это сейчас просто примерочный такой образец, что я сейчас никакие провода не подключал, я просто засунул обратно туда. Вот это оригинальный Mercedes A-класс, 169-я модель, ну и B-класс тоже 245-я модель. В общем, все по размеру встало. Рамку я тоже основу, это то, что от Mercedes Vito. Вот. Сейчас я ее сниму.
что вот, посмотрите. По болтам тоже болты. Все крепления все одинаковые. То есть можно смело оригинальную магнитолу с А-класса переставлять. Но если кому-то захочется, они могут и новую поставить. Я, в принципе, хочу поставить с навигатором. Ну, это, я думаю, через месяц-полтора поставлю. То есть мне не суть важно. Мне самое главное, чтобы музыка играла с Bluetooth. То есть с телефона прям передавалась на колонки. Потому что на оригинальный магнитофон, вот на этот, на оригинальный звук будет качество, конечно, желает лучшего, который подключается вот в бардачок. То есть я подключил Bluetooth, то, что вы видели, маленький дополнительный Bluetooth, плюс-минус питание, и идет на штекер специальный. То есть сейчас я вам открою, покажу. Вы, может, уже и видели. Ну, я так, чтобы показать примерно. Они стоят копейки. Я не знаю, там в России может купить. Или я не знаю, в какой вы стране. Я в Англии нахожусь. Я вот такой блочок. Я, правда, новый сейчас заказал. Я купил за 9 фунтов, 10 фунтов, ну сколько в рублях, я не знаю, 1000 рублей, чуть меньше. В зависимости от курса обмена, вы можете дешевле купить, там AliExpress или еще где, допустим. И он сразу подключается, вот сюда, там всего 3 провода. И потом вот эти 2 провода, плюс-минус, идут на, я извиняюсь за видео, один идет на серый провод, другой синий-красный. Я примерно знаю уже распиновку проводов, потому что на Mercedes A-класса, в принципе, такая же распиновка. Так что вот, сейчас я все подключу и сделаю маленькое короткое видео. То, что все работает, все подключено, рамка стоит на месте и так далее. Вот я еще хочу показать вам видео, что вот это оригинальный магнитофон с Mercedes Vito. Музыку сделаю потише. Что здесь только радио, диски, телефон, все. То есть нету такого, чтобы играть музыку с YouTube или с телефона, допустим. Вот, допустим, у меня только пишется, что звонки и аудиозвук может играть. Но я разбирался в функции, чтобы найти, как играть музыку с телефона на этот магнитофон. Да, цветной экран, все без проблем. Но нету такой функции в самом магнитофоне. То есть я не могу открыть YouTube и слушать музыку с YouTube. Даже если у меня этот Bluetooth, он подключен к этому магнитофону. Он находит все, телефон находит. Но он не дает вам опцию такую, чтобы нажать на кнопку, допустим, и играть с телефона музыку. Так что поэтому я выбираю, на данный момент поставлю с Mercedes A-класс 169. Магнитофон, и в дальнейшем я тогда уже просто куплю себе навигатор большой, там, я не знаю, фунтов 200 стоит, 250 фунтов такой
хороший, приличный, там и камера задняя, и Wi-Fi, и так далее, в общем. В общем, я не буду вам заморачивать сейчас головы. Я сейчас просто переставлю магнитофон, который вы видели уже с Mercedes A-класса 169 модели. И все, в принципе. Ну вот, все я подключил. Еще раз я извиняюсь, то, что магнитофон сейчас в таком состоянии. Но это я почищу. Вот. В общем, все работает. Вот с телефона музыка играет. То есть могу выбрать любую. Нажимаем. What does this agreement taste like? Does the liberation take a certain shape? Is the pitch of an argument high? Фундо. И звук, конечно, очень хороший. Все на оригинальных колонках, то есть ничего не менял. Нажму на радио. Допустим, это сразу остановилось. Видео, которое... А, не, еще идет. Вот. Ну, это английская BBC 3. Можем что-нибудь включить другое. То есть, там было два провода. Видимо, на радио. На антенну идет. Секунду. Я тут что-то... нажал. Ну вот, в общем, все работает, все можно настроить спокойно. И также можно телефон тоже настроить. То есть тут, если поковыряться в меню. В общем, магнитофон спокойно подходит с Mercedes A-класса на Mercedes Vita 2012 года. И как я сказал в видео еще тоже, то, что недавно это нашел, магнитофон просто снимал. Вот это оригинальный Mercedes Vita. И тут написано А-169 модель. 920-00. Так что вот, если вам также надо Bluetooth, покупайте дешевое, это то, что Bluetooth, который подключается в распиновку сзади, где все провода. И слушайте Bluetooth музыку. Так что вот, всем спасибо за внимание. До свидания.